Все. Yeah. Let me speak from my heart. Так, это кабла, мы по кабле, да, все делаем. Но у меня тоже все. Но она, наверное, выбирает вообще первых шести по кобле автоматом. А потом ты выбираешь уже сам. Если я не ошибаюсь. Так, хорошо. В отрыв едем. Тогда. Придет. А, ну да, все правильно. Раз. Два. Напиши плюсы, мы поехали. А, стоп, еще ж на команду нужны, да? А, вроде все. Да? Даже больше возможно. Но там понял, он же очень считает, короче, когда едут шестеро и семеро, это четвертое место, короче, четвертое место в семи групп, ну, в семи, семь человек в группе, и четвертое место 6 человек в группе, разные очки получаешь. Типа в семи человек тяжелее набирали очки, и там какое-то умножение идет, типа на 1 и 2 или что-то такого рода. Коэффициент типа, увеличивается. Типа, ну, если у вас там всего пятеро, понятно, что получил очков больше, чем, ну, а может, какой-то атакой? Ладно. Удачи. В принципе, это ничего сложного. Первые три, ну, классики не сильно сложно. Если ничего не тупить, то ничего там такого критического нет. Я уже собрал отрыв, который мне нужен. Да, я повезу 78-го каблу, 78-го спринтера и холмовика. А всех остальных троих, они все равно помощники, я их оставлю. Ну, лидера. Лидера каблы оставлю. И с ним оставлю спринтера и равнину 83. Если что, на какой-то кабле можно будет быстро переложиться. Особенно вот среди, ну, особенно вот где-то там в последних 70 километрах там будет холм, две каблы. И, ну, короче, там можно будет переложиться. Это у кого у тебя? Ну да, но у меня быстро грузится. Но я просто выключил все. Там, понял, есть такие этапы, особенно для кабла. Если ты включаешь какие-то большие настройки качественные, то надолго прогружается. Из-за именно на кабле. Ну, я на ноль ставлю вообще все, потому что у меня комп что-то начал. Ну, в принципе, компу уже переводится.
Может, надо его почистить еще немножко. Может, надо уже что-то менять. Я, короче, чат заклеил себе, чтобы не видеть. Зачем мне понадобится? Я думал, что если я буду хостом, то понадобится, а так нет. Ну, это лобби не токсичное явно, наверное. У нас всего шестеро. Хотя Макс Борн кончен, считается. Да. Токсично. Да, я ж поэтому заблочился. А нахер он нужен? Этот с шестерами поехал. Интересно. Не, ну, каждый по-разному оценивает свои. Знаешь, я тоже бывало, когда не хотел догонять отрывы, я просто посылал лидера в отрыв и все. Ну, типа, они не пускают. Я такой, ну, не пускайте, и не. Ну, типа, я просто не люблю догонять. Для меня догонять — это пипец, как сложно. Я поэтому... О, опять он послал. Так прикол в том, что он, по-моему, посылает шестерых и не планирует даже работать. Если он как-то по своим каким-то схемам. Ну, почему нет? Я не знаю, как он играет на самом деле. А его же банили за трек, что он там менял, помнишь, да? Прикол у него был. Что он там, помнишь, ты сам, по-моему, мне это рассказывал, что он подменил файл и сделал себе лучше гонщиков, чем другим, и на треке обыгрывал. Потом поймали его на том, что у него файл был там, ну, короче, заметили, что по файлу он то ли больше, то ли меньше, изменился типа файл. Не помнишь такого? Ну, может, пару лет назад. У него было год дисквала там, по-моему. Ну, типа, что он дрючил всех на треке, потому что он поменял себе это отдать. У тебя все что отпали эти гонщики? По-моему, Колби что-то приболевший немножко. Он там спринтера посылает одного вперед. Либо я что-то не понимаю. Не, будет интересно, если он еще будет высоко после таких мувов. Не, ну, ладно, надо не расслабляться.
Кто его знает, знаешь, так вот 5 раз не поедешь. Ой, 5 раз поедешь, 6-й не поедешь, 6-й отпустят. Правильно, бывает же такое. Я просто не пойму, зачем этот Макборн ездит ну, типа шестью. Он приходит. Он типа пытается доказать. Rest of World. Он же грек, а почему-то греческую ему не сделали. Там еще недоволен был. Вот тут блюдо. А что он пятью поехал? Ну да, дурак. А, нет, уже не шесть. А, нет, пятью поехал. Кого он оставил? Вот оставил. Не, ну да, он оставил помощника на комлетку. Нет, так оно мне не принципиально, в принципе. Пусть работает. Не, ну этот будет догонять, понятно. И Ибра будет догонять. Я уже не помню. Я в основном холмы я помню. Вот этот холм по центру, такой, где красным немножко. И потом, главное, перед длинной брусчаткой, уже последними двумя, на спуске и на равнине чуть поработать. По-моему, как-то так. Блин, неужели так будет скучная езда? Ну ладно. Бля, ну опять шестерню едет, пиздец. Ну и все, да, нет. А 10 человек я его отрыву, думают, что их туда отпустят или что, на фай надеется. Нет, а он неплохо ездит, он был в полуфинале Италии, в принципе, в классе. Он прям, ну, не топчик, но он ездит нормально. Просто, ну, на что он надеется каждый раз, я такой пятером, типа, что его кто-то повезет или что. Не, он не догоняет. Нет. Ладно, будем ехать так, как они хотят. Хрен снимешь. Так их на 6 сил, блядь. А он горняка взял, ты видел колбе? Ебать. Фильм. Не, ну если было бы много гор еще там, типа, можно. Знаешь, даже если, типа,
спринт или там, ой, у кого там что за прокол? У Ибра Халмеевый прокол. Но вот этот минус, его надо убирать, устранять как-то, потому что это жопа. Ну вот, особенно если где-то 82-й кобл проткнется вот на какой-то холме последнем, да? Ладно, там на первом раунде, но если в каком-то там финале, блядь, ну это вообще пиздец, честно. Он за ним отправил еще одного. А что, нужно поработать, конечно? Я просто не знаю, кого отправлять, понимаешь? Помощника на кабле как-то сильно очень не хочется, чтобы он умирал. Пригодится. Он не довезет, не доедет точно. Ну ладно. Просто я подумал, что коблик поможет там где-то. Все равно. Ну да, там в холл никак не доедет. Там, потому что тяжело будет. А, блядь, Ибра выходит работать. Сразу пошли. Мало. Ой, давайте. Сразу догонять начали. Я 75 поставлю туда. На самом деле у него вот этот 83, он чуть-чуть умерший, потому что он догонял им отрыв. Он сейчас поставил, видишь, спринтера. Разве будет сужение там, да? Разве? Сейчас посмотрим по этим. Ну, там на брусчатке типа не сильно приятно. Такого, чтобы супер сужение, там вроде как нет. Просто что брусчатка такая. Им расшали то лево, так пошло то лево. Так, что там, выйдешь, что-то поработаешь? То умирает. А, сдох, да? Все. Не-не-не-не, пусть отдохнет, все. Все окей, пусть отдохнет. Я думаю, что мы тут ничего не это, ну пусть. Ну, хоть чуть-чуть гонку оживили.
Так, они что-то остановились. Или нет? Ну, попробовать, а что нет? Нам же ж... Но я как бы не уверен, что я хочу Пономаря сильно расходы. Я все-таки еще... есть шанс, что он может быть на финал. Ну, посмотрим. Но они уже... Не, вывели они еще раз. Ну, у меня есть пока, он может пока ехать. Какое-то время еще, километров 20, я думаю, Джус проедет. О, все, не проедет. Да. Уже не проедет. А что там, какие-то отрывы, я понял. Надо догонять. Значит, мы сейчас встрянем. А, так что у меня тут зажимаются какие-то кольца. Ты тут утром? Так, кто-то ж вышел, зашел, я думал, может, не ты. А, Саня. Заходит слушать нас, да? А, короче, в трансе почему-то только ты, Агап, говоришь, а Рома молчит. А Рома, по-моему, выключил такую фигню, это специально, нет? А. А, ну да. Да, все понял. На коллективный фильм, да? Тут Мулман один только работает. Остальные забили хуй. Ладно. Так, короче, нужно уже потихоньку выбираться. Сейчас будет как бы, но...
Ну, кстати, Макс Борн едет так, самый тише всех сидит там. А ты с ним ездил, что ли, что знаешь, как он едет? А, давно? Ну, это да, так он может. Я с ним просто не помню, как он ездит, не ездил давно очень. Ну, я, может, когда-то с ним ездил, а как он ездит, вообще не знаю. А сколько у тебя холмовика, кстати, желтый? Ну, у меня плюс-минус так же. Давай, здорово. У меня единственное, что 78-я брусчатка почти сдохла, потому что я много и работал в отрыве. А может, он кого-нибудь отправить, чтобы после брусчатки переложиться к нему? Потому что, условно, сейчас, смотри, подъедете к холмам большим составом таким. Я буду раздавать, чтобы... Я буду играть на одного. На двух. Я сейчас попробую раздать под ту брусчатку и на ней уехать. Надеюсь, что и Рома будет рядом. Попробуем с ним на раздаче какой-то там поработать. Да, я уже отпустил. Блять, это двое уже, да? Они довезли тут всех, блядь. А ты можешь догонять, или ты не будешь? Те же. А, просто я думал, у тебя двое, блядь. Ну ладно, тогда нам жопа. Наверное. А может и нет, не знаю.
Хуёво, хуёво очень. Никто догонять не хочет, походу. Так, у нас тут не перекрыли, так вы не перекрывайте меня. Но. Ух, блядь. А Колби нас разъебал. Он еще и третье место забрал, прикинь. Ром, ну ты начудил, конечно. Блять. Ух. Но Колби, кстати, тут много забрал очков. Он еще и плюсом заберет где-то 15 за третье место. А что, у тебя сдох, да, вот этот помощник получается? Не, я про второго имею в виду. Вон, он. Просто я думал, ну, как бы мне догонять не варик было, у меня один был, потому что у тебя было двое, и, по-моему, еще у кого-то было двое. Блять, он там вообще уже умирал на самом финише. Чуть-чуть его не догнали, блядь. Смотри, ему уже пизда там вообще такая. Ну, меня, кстати, его второй тоже там догонял уже. Да, мы над ним ржали-ржали, а он уехал, видишь. Ну, просто я вот знаю, что если бы я атаковал бы за ним, меня бы догоняли. Я это знаю на 100%. Вот, кто знает. Мы в какой-то момент уехали втроем. Но никто работать не захотел. Я поработал немножко, но... А ты решил, типа, двумя ехать, да? Угу. Да, просто я бы работал, если бы хоть кто-то бы работал. Потому что если ты один работаешь, ты теряешь, типа, красную, и все. А если хотя бы вдвоем, типа, ну, там как-то... Хотя... Сложно, сложно. Как раз, если вас трое или четверо, никто не работает. Если вас двое, может быть, работать будет. Но я сел ему на колесо, и он как бы атаковал, и мы типа уехали. Мне плюс только в том, что он заехал третьим местом тоже. Так, теперь главное не проваливаться. А то я любитель такой. Сейчас хорошо первый этап, а потом два этапа, блядь, очку. А он там, по-моему, отвалился, потому что я видел, что мы были в пятером в какой-то момент. А чё, Мулман, будешь вроде круг? Ну, пока неплохо, но я надеялся, что с третьего места Мулман не получает очки. Да, но я не знаю, что здесь делать, типа. Нет, это я помню, я про отрыв. Ну,
Ну, я тоже так думал. И двоих, и, возможно, еще, еще одного пошлю. Ну, видишь, как тут будет. Сейчас все будут догонять. Ну, на самом деле, что первый этап, не считая типа, который в отрыве, со второго пятого места это был рандом. Хотя ты проиграл заслуженно. Это вот второе, третье, четвертое место, мне кажется, они были рандомными. Ну, я люблю спринт, я люблю короткие спринты, типа, 2-3 человека. Ну, нет, 2-3 человека в команде. Ну, такой, среднемассовый. Типа, вот такой мне не нравится спринт. А вот, типа, когда нас там 12, у каждого по 2-3 человека, мне, в принципе, нравится. Но вот в одиночестве я редко хорошо финиширую. Это вот, ну, вообще прям, прям повезло, я считаю. Просто прикол в том, что вот в, этой, ну, в этом решении он атаковал, но кто его знает. Типа, атакую я, может, меня бы догнали. Но у него было два варианта, у него сзади сидел еще один. Поэтому он не парился. Но для того, чтобы усидел холмовик, получается, мне нужно было... Не атаковать первым, а типа как-то хорошо хуже знать. Вообще на 99 догонять, мне кажется, глупо было тебе. Ну, там. Ты можешь 95 разогнать и потом вернуть в 90-85. И оно типа, просто на 85 красное не расходуется. Даже если осталось ее чуть-чуть, он будет ехать типа ну, максимально быстро, как он может, но при этом типа не расходовать красную. То есть он будет ехать быстро. То есть разгоняешься на 99 или 95, а потом едешь. Короче, если здесь сейчас буду в тройке, то, скорее всего, я пройду. Но тебе надо быть в тройке. Ну да. Но уже меньше будет таких. Ну, может, да, такое быть. А что лаки сейчас поставили? А какая у них группа, не помнишь номер? Басса выиграл тоже первое, третье звание. Они вообще впятером едут, прикинь. Ну, прошло 90% чего. Ну, я там просто не беру никогда пятого, я беру шестого, седьмого города. Я ж никогда не беру вот этого Каноненко, разбельщика я не беру. Тут, кстати, ну, ты, если не возьмешь 76 каблу, ты очень пожалеешь. Ну, он же тут силен в холмах. Он очень сильный. У него стамина, во-первых, нереальная. Ну, я точно считаю, что он 100% его нужно брать, потому что ты смотри сам. Джо, кстати, занял третье место. У них выиграл Пиксер и какой-то Сэп. А, так. Я готов. Так, что здесь? Ну, конечно, это максимально вообще прям. Да, я помню.
Я поэтому тут и отрыв не сильно люблю. Ну, придется отрыв, я хочу догонять, ничего не хочется. Оно стандартное, но оно потом не меняет. Да, я помню, что там был звук. А что в чате вообще, что происходило в тот раз? Или тишина была? Кстати, что происходило в этом? В чате что-то происходило во время гонки? Не, в игре, я же заклеил чат. Ага. А все это где нахуй дать? Но там были моменты, где они вообще останавливались. То есть. И если бы не пропал, может быть, Джуса, были бы шансы бы чуть дальше доехать. И, может быть, тогда у меня было бы больше, ну, хотя хуй. Что мне вообще жалеть, я и так выиграл максимум, что мог, учитывая отрыв. Но Ивра, по-моему, тоже не догонял. У него же был, по-моему, второй игрок с ним. И он тоже там умер, хер понять. Там он, ну, хрен, так если может быть, не знаю. Я дело в том, что там тоже какой-то момент атаковал, но увидел, что на мне сел Мулман, и я просто остановился. Дело в том, что если он садится мне на спину, а я атакую, то он выигрывает. Поэтому я остановил эту идею и не повторял этого. Пойдут опять атаки в 10 человек. Пойдут, конечно, не хватало. Колби это тоже какой-то стример, по-моему, что-то там, нет? Сейчас проверим, ну, что он там покажет дальше. Просто видишь, это тоже играет репутация на тебя, когда уже там, типа, считают, что ты вроде неплохой игрок, надо тебя догонять. Если какой-то, блядь, Колби нахуй поехал в отрыв, то и хуй с ней. Ну, вот я как-то так это вижу. А ты поехал еще кем-то? А, нет. Блядь, как обычно, поехали десятером, блядь. Так, Ром, надо догонять, потому что они уезжают. Рома? Поставим на 85, просто говорим. Ну, видишь, они взяли 83-х равнинщику, я не взял.
Давай. Вроде чуть останавливает, не? Мы просто экономили зеленые. Уже чуть срали ее. Ебучий, блядь. Бля, теперь останавливается, что ли? Гнида ебаная. Значит, я атакую, он меня догоняет. Я останавливаюсь, он останавливается. Ну, вроде не критично зеленая упала, может быть, чуть-чуть там. Чем другие, да, думаю, да, по-любому. Мулман поехал, по-моему, всей командой же. Вот.
Блять, ну они, смотри, только когда я атакую, они догоняют. Что это, блядь, за хуйня? Ну, это, ну вот, блядь, это реально так цирк, смотри. Так не, ну смотри, первых двух французов нет? Это первое. Здесь один француз, и он Ибра, и он никак не связан с этим французом. Он типа там чуть постер, а не... Я просто не пойму, ну, типа, нет, он догоняет тебя, но он тебя догоняет на стрелке, а меня, типа, на 99 догоняет. Так, обе я встрял чуть-чуть. Там ты только не встрянь. А, вот ты хочешь, что я тебе понял. Сейчас. Вынгу. Ого, уезжайте. Далеко.
Рома, как твои дела? Супер. А что там в чате, что пишет? Ну, я понимаю, да. Не, я чуть подогонял, потом вышел этот, как его... Вышел Колби, и я не трогал уже. Че? Ну, я видел, что он работает, чем не его трогать. Я просто почему работаю, потому что, ну, чтобы потом не было претензий, что, типа, мы тимплеем, типа, что ты едешь, я не догоняю. Ну, типа, я вышел, там поработал, потом сел, нет. Просто мы знаем, как это будет потом. Типа, что если это, ты не работаешь, так. Ну, сейчас я смотрю, что особо это такое на ты нет. Всех что-то работает. Вроде не бед какая-то. Но вас далеко сейчас уже не отпускают. А у тебя глаз видит не прикрытый или что? Прикрыл, да? Угу. Я просто еду там возле тебя, смотрю, что не сильно прикрытый. Но этот этап, вот мы просто ж ехали спокойно, и поэтому зеленой было много. Мне кажется, это очень важно будет. Еще вот как мы доедем, спокойно или нет, кто сколько сохранит, типа... Зеленый, можно так сказать. Потому что, например, у холмовика, у моего уже где-то 40% нет зеленых. У горняка чуть получше ситуация. Ну, там процентов, может, 33-32 умерло. Что, плюс нажали? А что? О, я понял. Ебать, в группе одной второе, третье и пятое место занял Тита Лэнс Самсон. Прикинь, второе, третье и пятое место. F. Нормально? Ну, тогда их всего пятеро. Что там пишут, я не помню, блядь. Чем мы стоим, нахуй? Нет, мне это не нравится, что мы стоим. А все, ну, кстати.
Ну, он и в прошлый раз так же вас догонял плюс-минус. Ну, в гору. Типа он так ехал спокойно, а в горку начал вас тоже утюжить. Я бы, не, ну, это на третьем этапе можно ему не догонять. Он там хорошо пройдет второй. Так-то обычно нужно догонять. Я в том плане, что когда, знаешь, спидируешь. Вот у нас был, я что, тогда в классиках, Мулман меня обыграл, потому что он после двух, выиграл первый этап, и он там очень, ну, на третьем этапе он это мог не догонять некоторых людей. Типа, мне приходилось работать. И он очень типа качественно отыграл, потому что он не влазил там, где ему не нужно было влазить. То есть он там. Это было мне не на руку. Я свою жизнь вынес, потому что он, правда, там не должен был догонять в некоторых моментах. И правильно поступал на этот счет. То есть он такой достаточно правильно едет. Ну, как по мне лично. Блядь. А ты кого-то переложил к себе? Опа. Ну, за прокол. А, в отвале прокол, ну хоть так. Уже думал, проколется вот. Кто-то там, не тот, кто нужен. У тебя желтая у Сатарова горы сколько? Ну да. Ну так-то, наверное, 100%, но типа ничего не отрезалось там, ни кусочек. Ну да. Мне тоже. Да, я думаю, что потихоньку начинает.
Но я думаю, что Холмовик никак тут не дотянет. У него очень сильно садится. Надеюсь, что кто-то да повезет Холмовика. Ну, попробуй. У меня зеленый где-то у лидера 60%, может 55%. Но он не француз, он француз, но он там часто типа как собирает форму в Швейцарии, в Турции. Он типа вообще там больше к туркам как-то. Ну а как ты проверишь, какой он страны? Да, но видишь, там у них типа три формы Франции делают. Ну, наверное, да, ты прав. Но видишь, они греческую не сделали форму для Макс Борна. И Макс Борн сильно доволен этим. Так, у меня один отвалился. Ну, я им работал, правда. Чего он не отпадает в какой-то момент? Так. Макс Борн единственный, у кого 6 осталось. Он вообще никуда не выходит, никуда не выходил. Просто сидит. Да, я понимаю. Ну, особенно при том, что никто ничего не раздает, как бы, конечно. А если бы сейчас пошли бы атаки, тогда да. Так, Ибра, по-моему, поехал, да? Значит, чувствует свою силу. Тут не настолько критично, но может быть, да, может, ты и прав. Посмотрим. Может, что-то знает. Да, я знаю. Я знаю, что критично. Я ощущал это много раз. Ой, меня чуть не высадило тип этот. Блять. А, ух, то не тот. Но уже откусило процентов 15 желтый или нет? Да. У меня где-то 12-13 точно. Ну, мне так кажется.
На самом деле вот эти 78-е горы, он здесь вообще типа очень мертвый, потому что на таком длинном этапе. То есть у него где-то после вот этой уже горы уже останется желтый, то я хуй знает. Хотя у меня и у этого не так много. А, ему чуть добавили стамину, все, я понял. Ну, у меня чуть больше. У меня основной, типа, 60. Желтый, типа, выживший, 50. Или ты про зеленую, про какую? Желтый у меня, наверное, полтинник у него. На самом деле у меня слишком много, по-моему, сил у них осталось. Как по мне. Ибра поехался на зону. Да, ну, я в 5 гонщиков, блядь, но я не поеду, потому что он догнал, ну, пошел за мной. Я думаю, что я попробую параллельно вести одних, вторых, не паровозом поеду. Потому что слишком много гонщиков. Блять, ну чего они меня догоняют? Чего они меня догоняют? Сука, ты сидел весь этап, блядь, ебалом щелкал. Нет, блядь, надо теперь догонять. Ну, пидор ебучий. За что, скажи? Вот он сидел весь этап, блядь, шестером, нахуй, никого не трогал. Почему? Догоняет. Ну ладно, блять, он до сих пор в шестером, прикинь. Ну, да, наверное, наверное. Так какая разница, сколько их тут? Ты прав. Тут вообще не играет роли, хоть шестером, хоть семером. Да. Может, жалею, что поехал отрыв, чтобы как контролировать всех. Никак, да. Ну ничего. Надо ж учиться. Не прокатило. Ну ладно. Самое интересное, у Ибры теперь четверо, у меня еле трое.
Ты один остался, да? Блять, там чуть-чуть в тебя стрял. Мы с тобой, как всегда, меньше всех имеем. Не, ну я только из-за того, что я атаковал. Так что я вроде не критичным был. Ну, у меня, может, чуть-чуть больше. Хотя, может, тоже 60, это я так говорю, чуть больше. Блядь, я в немца, сука, врезался, пидора ебучего. Ой, блядь. Ну что, будем пробовать как-то уехать? Не, я понимаю, я не про это. Но ты уже чуть-чуть отскочил. Так, одного вроде отсеяли. Она не долбоеба, я понял. Повезло, что у нас тут конченый мумен этот долбоёб. Победой вас! Хуёво, для меня это хуёво. Понял, они все остановились. Я за Гиброй вроде нажал, контрспринт, он за мной нажал. И, короче, чуть-чуть я загнался. Ну, ничего. Второй, третий. Просто что очень близко все, понял из-за этого. Что Ибра был далеко, теперь выиграл. Этот выиграл, стал четвертым. Короче. Нормально. Не критично, но... Давай. А что там в чате, что пишет? Так как я прошел второй, третий, понимаешь, что? 120 очков у меня. 50 и 70. Смотри, в чем минус, типа, в том, что Ибра победил. Вот в чем минус. А бельгиец, типа, четвертый. Ну, единственный плюс, что, опять же, немец и Макс Борн последний. Ну, тут просто вот этот Макс Борн, он вообще, блядь, ну, хуйлопан, если честно, вот сейчас. Поступил как хуйлуш. На что он надеется? И о том, что мне догонять-то не столь нужно. Я занял второе место, он занял последнее там место. Чего он, типа, едет так, крутами? Просто если ты сейчас выиграл, ты бы уже точно прошел.
А теперь сложнее. Ну, мне сейчас нужно быть в топ-4, и, скорее всего, я прохожу. Но, опять же, зависит от того, кто где будет. Да? Мне повезло сейчас, что я из этих четверых стал первым, на самом деле. Они ехали, вообще остановились. Ты же видишь, мы минуту вам проиграли. Ну ладно, ничего. Я завтыкал за вами. Просто я бы, если бы дальше начал догонять, я бы вас догнал бы, а они бы вас выиграли. Ну, не выиграли бы, но они бы боролись за вами. Но я мог и не приехать третьим, а четвером приехали. Просто они совсем там тупили. Я нажал спринт, и они уже не смогли догнать. Мулман просто не мое колесо уже выбрал в конце, и все. Если он выбрал на кольце, сидел бы до конца бы и нажал бы спринт тогда, когда бы он уже не смог выйти из колеса. Ладно, но пока я не критично. Но мне надо быть в четверке. На последнем этапе. Макс Борн выходит на последний этап. Ну, для меня это плюс, наверное, что его не будет. А для тех, кто догоняет, минус. Короче, Рома, здесь работаем вместе, да? Или какие планы? Хорошо. Да, да. Мы еще и впятером будем ехать. Нет, у тебя отличные шансы, ну, вполне себе. Тут у всех еще есть шансы и вылететь, и пройти. Мне надо быть в тройке. А чего говорят, что Лаки второй? А, все, окей, вижу. У Лаки там борьба хорошая такая. Ну, трое за два места будут бороться. Гости, Якуб и Лаки. Ну, в группе Е почти все решено. 170, 120, 150, а потом аж 60. Причем у них Хаддл, чемпион мира.
Хорошо. Рагатю нет, у нас 170. Тим едет, Кобра, Дамиана. Снейк, это поехал. Басса выиграл два этапа опять, первое и третье место. Видимо, холмовика довел скорость. Так, Флэт, здесь как-то надо разобраться, кого есть Тим Джонс, Панамарь. 6. Ну да, наверное, вот так вот. А, он вообще уехал в отрыв. У них там разъеб такой был у Басса. Первое место, второе 1.5 минуты, третье 3 минуты, четвертая минута 3.5. Короче, там пиздец такой. Ну так там все развалились. Не то, что заранее уехал, там все развалено, понял? Но Басса пока подошел в фантастической форме, что будет потом непонятно. Давай, посмотрим. Хорошо, что он занял последние места в двух гонках, иначе я бы злился. Потому что когда ты понял, шестой среди шести, а потом кто-то с пятой, типа, ну сразу на 7 баллов больше. Типа я так тоже проигрывал, потому что тут ты по-любому последний это 18 очков, а последний 5 это 25 очков. Это 7 очков разницы. Ну, не факт. 50% и непонятно, как оно пойдет. Так, ну что, мы тогда раздаем просто 83-м на 65, а остальными садимся в ряд, да? Конечно, ехать это отрезок 250 км пиздец. Я думаю, тут будут поздние попытки отрыва и все дела. Да, было очень сложно догонять. Нет, совсем тяжелый этап. Я думаю, что если кто-то там захочет что-то зачудить, тут реально это все можно сделать. Что там, ты не загрузился еще? Пятером, конечно, совсем мало.
Там борьба как раз в группе Баса. 106, 85, 75, 70. Я не знаю, думаю, нет. Я не видел. Я видел шестерон точно, и это пять. Так это при том, что у нас по восемь было. Шестеро вижу. Пятеро. Короче, 5-6, я понял. Но в основном вот это не в последних потах, понял? Тех, кто, блядь, хуй прям меня вообще нахуй регистрирует. Стироса что-то не вижу я вообще. Походу нет. А что, у тебя грузит так долго или что? Пиздец. Уже полчаса прихнули. Ну да, вот по 6 человек я вижу, Макс. Ну, поехали.
Ответила, да? Ну, уже 30 проехали. Пиздец, блядь. Кстати, помню, мы когда играли «Вторые шансы», бывало такое, что там приходило, там понты людей, я, по-моему, какой-то хостил, был крэш, потом хостил второй, был второй крэш. Ну, блядь, какой-то этап, там вообще на X4, блядь, ехали, ну, уже там час ночи, блядь, или два. Уже, ну, нет желания ни у кого ехать. Понял, там один уже сошел. Ну, он типа не хочет больше второй шанс делать. Он объяснял, что это что-то. Он говорит, что это было один раз, но мне кажется, что было все-таки два. Я просто помню, что в первый раз были все двойные шансы, а во второй раз, типа, было, ты должен выбрать, какую гонку ты едешь второй шанс. Типа, ты не можешь ехать и, типа, и тур, и классику, и все. И, по-моему, даже второй шанс был, типа, в один день, что ты выбираешь, типа, делаешь выбор, и из тех, кто сделал какой-то выбор, делают группу для второго шанса. Потому что в первый раз я точно ехал во всем во второй шанс. Ну, это мои воспоминания, может, не ошибаюсь. Так, а кто там отвалился? Обе. Если бы это было на ветру, можно было бы его высадить. Да, хорошо. На безветренной 15 метров в секунду. На ветре там 40 будет, я так понимаю. Да, ты включил. Я не все понимаю, как он работает, но включил.
вчера что-то Саня объяснять не пытался. Типа это важно типа для атаки, если там правильно выбранный ветер, типа атаковать лучше. Когда типа он боковой, да, всех натягивает. Мы по газончику проехали. Так, 70 километров позади. Еще. 1/4 проехали. Чуть-чуть больше. 2/7 где-то. Всем помните. Я вот, кстати, на предыдущем этапе, мне кажется, очень... О, надо, можно попробовать раздавать. На предыдущем этапе меня немец чуть-чуть снес. Ну, как бы я на спуске подъезжал на скорости, и меня немец так, типа, блядь, подпер чуть-чуть. Не знаю, ну, я позицию проиграл, это очень сильная цель. Просто было, если бы мы с вами троем уехали, опять же, особо для меня не столь страшно, потому что я не провалил хоть спринт. Провалил спринт, это было пиздец. А так, ну, просто никто бы не догонял бы на нас. Вот чем прикол. А мы даже здесь едем спокойно. В этих тапчиках, конечно. Напоминаю, если еще раз выпадет так бельгиец, попробовать атаковать свои команды, пусть все догоняют, а он... Ну, не факт, что он еще раз так отвалится, но на всякий случай. Ром, ты тут?
блядь, немец, кремничек. Перекрыл мне, блядь, дорогу. Так, почему не получается? Ну, он заебёт этот немец, блядь, кончится. Блять, это самое скучное, что я ездил, блядь. У Лаки, смотрю, там у них вообще активно все. Ну, мы просто едем, ну, не знаю, смотришь, что ли, нет, 150 километров, блядь. Да-да, я смотрю просто, по катушке просто. Блять, я пару раз пытался атаковать, но Мулма просто едет со мной. Ну, похуй. Похуй, уже доедем как-то, уже осталось, в принципе, меньше половины. Я думаю, что где-то на холмах будет уже чуть-чуть повеселее. Так, я думаю, что вот так. Даже так. Так. Вот так.
Блять, там у нас пиздец, как куча, конечно. Короче, думал сейчас попробовать переложиться к нему двумя этими. Каблой и хилом. На второй горке. Нахуй. Вот она пойдет. Блять, это еще и встретить можно. Понятно. Короче, вот такая вот идея. Не дадут такую хуйню мне провернуть. Может, они сами поехали высоко. Ну ладно, жаль. Просто нахуя они там. Так что у меня все поотваливается? Вниз. А, все, я понял. Началось всякие сразу йога. Ну, уже поинтереснее. О. Мулман спринтера потерял. А что? Может, сюда. Я думаю, не доедут. А что ты думаешь, они доедут? Я почти уверен, что доедут. Ну, с такой гонкой, хули тут не доезжать.
Еще здесь что происходит? Мне кажется, вообще тут, ну, будет просто массовый спринт. Ну, нет, единственное, что может быть, еще отрывы на последних километрах. А так, мне кажется, тут хуйня. Посмотри, ну, мы едем, блядь, как черепахи. Ветер 40, а мы как бы не едем. Куда? Не, ну немец, ну не хочет, ну блядь, короче, тут нечего обсуждать, каждый видит, как он видит. У него единственный шанс, он пятый, поэтому только на победу можно играть, может допускать какие-то отрывы. Вам надо чуть будет, да, поработать. Ну не должны, надо как-то включать. Это Билл Гейтс, видишь, забил хуй. Типа чуть поработал и сел. Да, все, вроде под контролем. Ну, все равно просвет небольшой. Бля, я вроде поставил уже 95, все равно. Или ты на стрелке видишь? А, я думаю, что я не могу выйти тебе помочь. 95 уже поставил. Они у меня отпадают. Пусть я догоняю, блядь. Не муж надо догонять, убью. Я помню, к этому моменту точно у меня уже спринтеры были намного в худшем состоянии. Да потому что нам и вату катаем, что все не едем. Ну, не критично меньше будет.
мне кажется, что ну, ничего такого, блядь, сверхстрашного с ним не произойдет. Опять же, хер его знает, но мне кажется, что ничего такого не будет. Сам себя выстрелил. Блять. Нет, не высадил. Потом нахуй не заебали. Так, ладно, садимся сюда. Это будет обычный стрим. Как по мне. Так, знаешь, что я планирую? Я думаю, что мы сделать вот так. Ну, опять же, если кто-то сейчас не уедет. А лагает, нет? А мне что-то лагает. Так, немец, иди нахуй, ебать, что ты делаешь, они... Пошли нахуй от меня, ебать. Вот ебитесь. Мене поровоз. Сука, зажмёт, блядь, блеет съёбан. Или нет, не вроде нормально.
Ай, сука, обойдут, обойдут. Ух, прошел. Ай, прошел, слава богу. Что именно? Так а что, у меня тоже третьим, пятым зашел, ну там плюс-минус. Но у меня, посмотри, второе, пятое, седьмое. Так, а что, а бельгийцы далеко, может, ты его обойдешь, нет? Ты же будешь третьим, у тебя будет 50 баллов. Так чего, у тебя 50 баллов же, ну. Сейчас, ладно. У него 125, ну да, наверное, я не помню, сейчас я посмотрю. У вас разница, у вас большая, у вас было 50 баллов разница, да. Да, но есть шанс, что на втором придет больше. Ну, думаю, да. Думаю, да. Спасибо. Да, в принципе, без... Ну, только второй этап не провален. Это да. До завтра. Что там, по-моему, Баста выиграл первые три места. Если я сейчас ничего не путаю. Да. Первые три. Он уехал. Аквариус потом три места, четыре места занял. Баста занял топ-3, но он уехал на минуту. Прикинь, я набрал 130 баллов за третий этап, а ты наберешь меньше за три. 350 – это новый рекорд в чемпионате мира в первом раунде. Классик. Ну вот Джордж занял четвертое место, 75 очков. Но это тупо, потому что Баста всех развалил. А Млаки раздает, смотрите. А, есть еще едут они? Да, у них 25 километров осталось. О, сейчас зайду как раз. Сейчас. А какая группа? Буква А у него, да? А, да, группа А. Да я хочу на компе просто включить. Блять, поймали. А где стрим? А? Группа А, это кто там стримит? Это этот стримит, да, получается? Гость. А, ну и Има тоже, по-моему, стримит. Не, у них, у Има другая какая-то группа стримится почему-то.